делает верхушка элиты. И делает она это в одном единственном случае. Нет, если она считает, что нынешнее положение дел несет для него личную угрозу. Я бы сказала, что политические конкуренты. Ничего себе! Вы считаете, что сегодня происходит, не несет личные угрозы лично Владимиру Владимировичу Путину? Не несет. А какого хрена он тогда, вместо того, чтобы тихо царствовать на посту председателя Госдумы, поперся в президенты, принимая на себя личную ответственность за тот бардак, который происходит?